Ты обезножил. Ты отдохни, отдохни. Я к тебе приду. Явился. Путешественник в обязательном порядке. Ну, чего привез? Гору вшей? А ты что, счет по ним в колхозе, что ли, ведешь? Да на тебе их и не перечесть. Как песок морской. На человека не похож, а так топор изношен. Да и не топор, епишка. Не топор. Был епишка. А теперь бригадир 6-й бригады, Епифан Васильевич Чанцов. Видал? Да нет тебе места красить. Да. На трон-то дурака посади, все равно царь будет. Вредить. Вредить? Эх ты. Может, я страну искал для общего блага. Это ж какую такую страну? Муравию. Ну и оставался бы там. Нам бы легче жилось без вас. А под окнами не лази, ноги выдерни. Да. Невкусно добро дерешь. Свет, 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 свет. Это я. Никита Гурьянов, действительно, я не с того света. Ай, Никита Семенович. Это научил сырье. Я теперь получил сырье, а не вор и не спекулянт какой-то. Ты из каких теперь будешь? А из единоличных мы, и еще твой кум, Фират Гусев. Вот, пара нас на теле, а ты жив. Жив. Кум. Невознательно. А тут болтали. Черко. О, память-то. 5 лет на селе не был, а свой дом нашел. Знаешь, живем еще. Серко! Во! Эй ты, во! Это кто? Племяш твой, Кирка Ждаркин, директор МТСЭ. Заметались. Слышь? Что, нынче, что произошло-то? 17 человек. Пойдем к Филату Гусеву, а? Поговорим? Пойдем. Ну что ж, можно. Пойдем. Вот так и колесил по России 5 лет. 5 лет. Ну, а страна-то? Страна-то Муравия. Как она? Земля там что? Непознательна. Мужику, земляк. Мужику. 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 А газет там есть? Газеты? Нету. А тут газеты одолели, что им? Ну, а милиции, к примеру, там есть? И милиции, и кум нету. Ху? А как же с ворами? А там без замков живут. Зато, понимаешь, вот так по шоше идешь,
торчат колы, а на колах башки. Ведь там как? Вора поймают, голову ему, как куренку, шасть и на кол. Вот и нет воров. Да. Нет, а пахать, к примеру, как любознательно. Да там пшеницы-то никто не сеет. Сама родится. И картошка тоже. А праздник там 6 лет. Чего? Празднуют, говорю, 6 лет. А 7-й работает. Любознательно. А самое главное, сам себе хозяин. Ну, вот что. А что же ты там не задержался? И нас бы выманил. Любознательно. Так ведь из виду скрылась страна-то. Уж где вот я только не был, и на Урале был, и на Хопре был, и на Днепрострое был. Ну, доехал до Батума, город такой Намари. Намари. Намари, граница. Тут, стал быть, мы, а там турки. 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 Я и подумал. А ну, Никита, мученик, сцапают тебя турки. На мужского существа лишать? Да баб пошлет в гареме караулить, а? Подумал вот так. Да и назад. Да. Стало быть, нет такой страны Муравия. Есть. Да коль мужик на земле живет, такая страна есть. Ты шо, Дави Байл, Серко дом свой нашел? Лошади-то, а дом свой знат. А племяш твой, укротитель, против естества идет. Не зря ондер получил. 17 человек на селе отравили. Вот те. Ондер. Слышу. Все. Нет, кто? Так отча Илья Максимович Плакущев. Вот ты еще. Идем к параду его. Нашего семейства прибавилось. О! О! О, диво! Как ты тогда, Никита Семенович, укатил? Его Плакущего изъяли. Отшлепал он 4 года на Беломоре. О, где? Отпустили. Вернулся и в колхоз вступил. Вот что выдумал. А потом жрать перестал. Иди, кости одни. О, глянь какой. Видишь? О, смотри. Узнаешь ли меня, Илья Максимович? Меня, Митьку Спирина. Гроб. А, узнал, узнал, узнал. Слышь, гроб мне сделай. Знать, мастер я по гробам-то был. А тебе какой, Илья Максимович? На шишках? А гнобусом, а? Эко и столб свалился. А меня узнаешь? Ну, че, Никита Гурьянова? Вот еще. Не тревожься. Ушел я. Конец стал. А чего бы сделал, ежели бы встал? Да власть тебе! Да медаль твою старшинскую на грудь! Зубами всех рвал! Ты чего? Ты громче, громче! Выкладай! Я вот чего! Я назло тебе! Я, может, в колхоз вступлю! Дурь в башке твоей, Никита! А чего твоя башка стоит? Ты вот на! На! Поставь! Любознательно. Не можешь!
будто бы я мог. Вот и смог. Яйца поставить не можете, а миром лезете управлять. Башка. Качан твоя башка. Что? Родне потянуло. Ну и ступай назад с родной земли. Ступай. Щели позабивались тараканы. Явился, путешественник. Явился. И в полном порядке. Так. А ты что ж тут без меня? Орден зашиб. Зашиб. Женился? Да нет еще. А чего ждешь? Наш род прикончить хочешь? Да вот ведь все еще богатую невесту ищу. Это тебе еще нашинской крови осталось. Ну, слышал, до директора допел. Допер. Да что ты, дядюшка, анкету с меня снимаешь, что ли? А ну, какая там. Как тебе теперь величать, а? Товарищ Даркин или как? А ты вот что, ты зови, как сердце велит. Ну вот что, племяш. Ну? Изъездил я страну вдоль и поперек. Назад, как видишь, вернулся и... Ну, покажи суть дела. Да уж больно мне, дядюшка, некогда. Ну да ладно, садись. Подвезу. Садись, дядюшка, вылазь, походи, погляди, в чем суть. Разберешься, на плечах честь своя голова, а не рукомойник. И одно заруби, что речь идет не о нас, а не. Мы на земле крепко стоим, не столкнешь. Вечерком-то заходи, самоварчик поставлю. Как Захар Вавилович едет? Давай, сядь, Захар. Давай, сядь, Захар. А ну-ка, Маша, да поживи, поживи. Надь, Захар Вавилович. Здравствуй. Ну, как больные? Все поднялись, только вот бригадир Егоров маленько прихватил. А доктор был? Доктор? Да. Да я же
сам. Сам ты, дядя Захар, председатель колхоза, а не доктор. Да, но однако. А ты без однако. Мы его решили в дом отдыха направить. Правильно. Только надо подумать насчет нового бригадира на его место. Вот что, Захар Вилович. Так. Собери актив. Так. И мы обо всем побеседуем. Да, это можно. Вот так. Кей-кей командует. Да, вот еще что. Никита Гурьянов приехал. Поздней ночью, как воришка. А, Никита Семенович. С приездом, Никита Семенович. Что, зерно ищешь? Да нет, чего искать, с работы на чист. А чего копаешься? Зуб болит, сплюнуть хотел. На нашу радость. Так что ли, Никита Семенович? А ты не кори. А ты не плюй. Видал, что мы с землей-то сделали? Ну, видал. Ну, признаешь? А вот и не признаю. Врешь, признаешь. А я говорю, не признаю. Конечно, пить есть надо. Так и народ. Ну и опять врешь. Да что ты все врешь, врешь, врешь. Научился боляс точить. Да ты чего? Ты мне вот в точку ответь. Сама сапоги покупала, Степанина Степановна? Ну, сама. Ну вот пришла ты в магазин. Смотришь обувку. И эти хороши, и эти распрекрасны. А потом говоришь, заверните мне вот эту парочку, эту. Принесла домой, вот они милей тебе всех и стали. Ведь так? Ну еще бы, как не милей. Вот, вот. А мне, говорит, полюбить чужую корову, чужую лошадь, комбайну там. Да я. Может, чужую курицу еще полюбить, а? Вы думаете, жизнь-то перевернуть? Все равно, что с гуленой девкой пофорсить. Да может, она мачеха мне, работать ваша. Видал, как врет? Комбайна, машины. Да и кажи, кто из людей на верхнюю ступеньку поднялся? А, ну вот это дело другое. А то и ты про сапоги завел. Ну вот хотя бы Захар Вавилович. Или вон Епиха Чанцев. Анчурка Кудьярова. Ну помнишь, вдова? А теперь, брат, за курами ходи. Вот ты поди, потолкуй, погляди. Расспроси. Вот-вот. Сходи, сходи. Иду! Будь здоров, будь здоров. Будь здоров. Что это с тобой, милая? О, погодь, погодь. Я вот сейчас тебя к Вершилу. Стой, стой. Кто такой спитенька? А? Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Здорово. Сколько у тебя кур-то? 3000. Один захворал, а на-то уж. Да еще твой бы был, а то ведь колхозный. Ну-ка дай-ка, дай-ка, твой, не твой, все мои. О, тыр, тыр, тыр. Экая благая. О, ведь у него ж заноза. Когда приехал, Никита Семенович? Вчера. Глянь, 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 во! Глянь, чего баба делает? То помирал, а то в драк кинулся. Куры-то и то не врозь живут.
А ты сколько лет без мужика? Скучно, поди. Эх ты! У тебя мужика нет, а у меня бабы. Приходи как-нибудь. Я вот сама как брякну. Прытк какой. Приходи как-нибудь. За петуха спасибо, а языком не болтай. Ишь ты какая. Да, нет, поднялась на высшую ступеньку. Ты не признай, если меня не признаем. И весь сказ молчит. Ну, докладывай, Захар Вавилович. Все бои бригады выбыло 17 человек. Ну, а теперь все поднялись. Но только бригадир Егоров прихворнул. Доктор свое дело сделал. Анализы. Говорит, что зараза произошла от заржавленных тазов. Тазы у нас не ржавые. Верно. Бактерию надо, видно, искать на двух ногах. Череп завелся в колхозе. А не командует ли плакущим? Да, да, он же полудохлый. Никита Гурьянов приехал. Под окнами бродит. Не он ли? Мать рехнул. Не верю, Никита. Никита мужик такого сорта. Он, понимаешь, точку на земле ищет. Ты, значит, мужик с головой. Через такие головы дядя Захар иногда голову наших работников кричат. За Никиту Гурьянова руку кладут. Как вы? Вот как сейчас кладу руку на костер. Захар Вавилович. Ну, Захар Вавилович, ты не кричи. Да я знаю ему. Я ему верю. Никите Гурьянову верю. И чего это, Аннушка? Улыбаешься. Про Никиту тут. Видала я его. Как маленькой тычется, а не видит. Вот именно. В колхоз его принять? Ищи на место Егорова, бригадира. Ты нонче с какой ноги встал? И комсомол протест носит. А что? А что протест? Тогда головой надо подумать. Стеша, Кирилл Ксенофонович, а? Хорошо сказала вот Аннушка Кудеярова. Вот ведь тычется Никита и не видит. А помочь человеку, сделать его зрячим, ведь это хорошо. Ведь наше дело не только в том, чтобы выращивать хлеб. О, вот-вот-вот, нужный он человек и хозяйственный. Да я его землицей приманю. Ну вот как... Пчелку метком. Леша, разрешается? Ну, товарищ секретарь. Ну! Эй! Эй! Давайте сюда подводы! Нароем это место и засыпем! Бившины. Орет, орет. А чего орел? А ты тоже хорош! Нашел время! А тут, понимаешь, о тебе разговор был. Сторожем тебя хотят, пионером в клуб. Ну? Да. На пахту, говорят, ты не способен. Да? И все чище. А вот и я тоже самое говорю. А помнишь, как бывало? Воробей еще не проснется, а мы с тобой уж в поле работаем. Как деймоны. А теперь чего кабинишься? Помоги мне, браток. Да чё, помоги, помоги. Наперед над землю оглядеть. Тут... Так, вот и земля. А ну, кажи, кажи. В этой
солончаки. Верно. Есть тут солончаки. Солончаки есть, солончаки, есть, есть, да. А ты понимаешь, пойдем-ка, брат, в поле со мной. Да погляди, какие земли нарезаны. А? Пойдем-ка. А? Пойдем. Пойдем, браток. Новый колхозник, вот тебе и бригада. Ну ладно. Эй! Становлюсь у руля! Постой! Вот послушаем, что еще народ скажет. Да. Ну а как, муравью искать будешь? Буду. А то и на земле живу. Буду. Мурави проищешь, а хлеб в поле осыпь. А ну-ка расскажи, Никита Семенович. При Никите не осыпется. Может, его в баньке пропарить? Да с теркой, в обязательном порядке. Да не тревожьте вы его старую болячку. Нельзя, для проверки. Правильно. Ну и навалились, а? А теперь чего мне? Да ничего, ничего, Никита Семенович, обживешься. Ведь когда в новый дом входишь, все кажется чудным. Такой характер начнем пломать. Да нет. Ну зачем твой характер? Вот что, Никита Семенович. Бригада Епихи Чанцева вызвала на соцсоревнование бригаду Егорова. Ну? Ты ведь теперь мне бригадир-то. Ну? Вот тебе и подписывать. Так. Ну вы как в сеть это забираете, а? Ну, пошли, пошли, Никита Семенович. Товарищ Чанцев, читай. Шестая бригада в следующем году обещает дать такой урожай. Пшеницы 180 с гектара. Так. Ржи 200 пудов. Овса 150. О как. Проса 170. Ой-ой-ой. Окей, ой-ой-ой. Да. И вызывает седьмую бригаду на соревнования. А я обещаю, товарищ Сталину, собрать урожай сам 30. Сам 30? Сболтнул, хвальбишка. Ничего, ничего. Даешь? Даешь. Принимаю. Принимаю. Подписывай договор. Да. Вот это да. Чего, чего, чего подписывать? А чего? Давай, давай, давай. Гляди, закорючка какой-то поставил. А ну-ка. Это верно, закорючка. Да это моя фамильная роспись. Знаешь, как бывало, графья-то? Они черкнут и... А на полях я тебе распишу. Ну, так из-за куста и ворона востра. Посмотрим. Да и глядеть нечего. Было на фонтанке, стоял и ощущал. От
одному-то в избе студена. Стоял извозчик, стало быть, и молодой, да? Вдруг, вдруг извозчик, что не так? Чего ж не поможешь? А я тебе не говорил, чтоб с сундучком. Мало ли что ты не говорил. Эк, нагвоздано у тебя тут. Тащи дров. Воды. Скребок давай. Воду смени. Эх, и пропадала. Да ты не баба, ты король. Вот что скажу. Я как смажу, вот ты будет король. Не в партии полыхнуть, а? Одним все глазом на мир глядишь. Ну-ну, подожду. Кровь откроется. Вазов навоза отыскал. Вот еще в одно место сбегаю и... Вот чего! Во сне приснилось, будто Епих меня обыграл. Вот шут гороховый, а! Никита Семенович, Никита Семенович!
Во враги у амбара взяли? Взяли. Как вылезали. Так. А на лошадиных могилках? Подчистую. Хорошо, хорошо. Ну, пущай себе, Епиха, сказки слушай. А мы шуруй, ребята, шуруй, пошли. Ух ты, помёту тут сколько. Аюшки! Епих, что на старых барских конюшнях навоз отыскал! Тьму тьмущую! Вот как! Во-во, вон там и конюшни стояли. А то-то... Навоз возили. Да-да-да, навоз возили. Как... И клеваный хлеб, а? О, перегной, как неклеваный хлеб! Ну и отхватил. Ребятки, бригадка моя! Берите ломы, топоры и поможем Епихе, поможем! Стой! Чего это поможем? Кому это? Епиха, навозец этот полит потом и кровью дедов и прадедов наших, вот чё. Ну, об этом забыть надо, о старом-то. Навоз этот не Епихин, а и наш! И все с этим согласны окончательно. Ну вы это бросьте. Ребятки, соколики. Ко мне, ребятки. На штурму возьмем без никаких. Эх, Никита, где их сволочил? Любознательно. Кто вам такой закон дал, чтобы так лупцеваться? Навозец это открыла бригада Чанцова? Ну, значит, навозец Епихе принадлежит. Ну, как? Все равно для колхоза мало, а Епихе как в раз. И где ночь таскался? Как и неугомонный. А? О, где шатался-то? В церквёшке 17 вазов голубиного помёта сташли. О. А у Епихи кто-то перегной спёр. Да ну. Да. От псы. Голову б за это свернуть. А тебе-то что? Да как что? Колхоз общий. Ну, а еще партейка. Аннушка. Сынка бы нам заиметь. Вот так. А ты ласковый. Не думал я. Да я и сам не думал. И затяжная дела пошла. Кручусь вот с утра до вечера, а все крутится охота.
И пих чего к нам бежит. Рыжий черт! Да что ты, мил человек? Ха-ха. Стану я с таким дерьмом связываться? На вузу, что ли, насилие мало? Да ты мне не Аннушка, за... ставь-ка самовар. Вот чего, я пиха. Давай-ка совет совместно держать. Давай совет! Да давай ты... совет! Вон весна какая идет, брат. Что твоя ядреная девка? Аннушка, чайку, чайку, да чайку. Какой тут чай? А? Ну тогда за влагой пошлем. Да ну что ты. Давай выпьем раз в жизни. Шук ты, право слово выпьем. Эх. Ведь мы с тобой короли в колхозе. Кто еще такой неугомонный? Ты да я. Вот и все. И хозяйство у нас одно. Топором руби не разрубишь. Пилой пили не распилишь. И вот я. Епиха! Навоз нашли. Нашли навоз. На поле бригад Никиты Курьянова. Вон у него. У него, у Никиты. Этого не может быть. Здесь какая-то обмешулка. Я вот тебе дам по башке, и будет тогда обмешулка. Да чего сделаешь-то? В суд, что ли, подашь? Еще скажут, вот башка, Никита. Я у тебя сопру, рыжий черт. Вот увидишь, видишь. Сопри-ка, а я уж спер. Ты зря, Никита. С навозом-то. А ты что нос суешь не в свое дело? Я к твоим курям не лезу. А надулись. И куры мои, и посев мой. Посев твой? Твой посев? Ну и паши, паши! А я, наверное, к тебе в курятник пойду, да? А я Кирилл Синофонович. Не пойдешь. Ты мне кто? Жена или просто ЗАГС? Жена, а не батрачка. И ты не шуми. Язык-то привяжут. Слыхали? Умордоволит, прикатили-то! Слыхали? Филат Савельевич, Филат Савельевич, помордовались бригадиры-то. Никита у Епихи навоз спер, ну и насмерть подрались. Вот. Альц-то не сроду, не суды, а во куды сгибаются. Любознательно. Вот, гляди, гляди, к Никите пошли. Ну, дядюшка, полюбуйся на дело рук своих. Я чего-то не пойму. Может, потому не культурный? Ведь я мужик, в небо хворостина. Зачем навоз-то украл? Вон чего. Да че не для себя? А если бы ты для себя, так не я, милиционер, с тобой разговаривал. Ну ты у него навоз украл. А он по осени возьмет, у тебя с поля хлеб увезет. Хлеб? Да, хлеб! За хлеб башку свернет! Так вот и будете башки друг друга вертеть! Во! Во! Ты что? Пальцы сроду, не сюда. Во, кури, сгибаются. Эх, ты философ, изутиль сырья. Судить тебя будем, дядюшка. Такого закона нет!
А народная совесть, Никита Семенович? Кто хочет высказаться? А он пускай не зевает, не пихает. Да уж бы надо! Да, правильно! Ну, чего зима? Епиха, накупал, бросил. Караулить надо. Аль жулики у нас в колхозе. Али жулики у нас в колхозе, Никита Семенович. Это брось, а то из бригадиров прочь долой. Вот она, ржавщина. Что ты, Никита Семенович? Ну, это уж вовсе не требуется. Ну вот, и прощена. Митька, Митька! Твоя жена рожает. Идем скорей. Ну вот еще. Ишь ты, а? Ишь ты? Дмитрий, сын родился. Сыном тебя. Сыном. Ну вот, ну вот, видишь? Ну вот, и сын у нас родился. Подрастет, я его по торговой части пущу. Я тебе по такому случаю замешу. Дмитрий, иди другого примать. Другого? Рехнулась ты, что ли? Она еще мается, господи, позорище-то какое. Господи, позорище какое. Что случилось? У Мишки Елена четверых родила. Уродцы, говорят. Наверное. А говорят, там ведь похоже. А говорят, говорят, говорят. Говорят, говорят, говорят. Четыре сына. Четыре. Один с рогами, другой морда хряка. Третий лапы лягушиные. Четвертый литой Митя. Четыре сына. Один с рогами, другой морда хряка. Третий лапы лягушиные. Четвертый или дальний? Вот какие-то! Что там спуталось? Что там спуталось? Факт! А человека не моет то? Ну, как теперь явиться-то? А? Ну, как? Кровь просмеют. Одного ставлю. Придушишь? А через тебя я в тюрьму? А? Нет! Душить не буду. И кормить не буду.
никого нету, и все. Ну что, дядь Никита, а? Я-то ведь... Ну я-то теперь, во! И не выглядывай! Чего ж ты, Иля? До чего мужика довела? И разговор разный. Ну, кум, где? Где морда хряка? Где лапки? Где? Действительно, как есть людские. А только чудо. Кирилл Синофонович приехал. Нет, наверное, с актом приехали. Поди милицию еще позовут. Я теперь не по торговой части. Я теперь по утильцерю маракую. Ну? Да. Ну, показывай, сыновей-то. Сыновей, сыновей, а я тут что? Да, это не я, это вон она, вон она, и вот истинный бог, вон она, водяная шишига. Недавно писали, одна американка троих родила. О, какая благодать. Тебе бы такую благодать. Ничего, ничего. Мы им теперь нос-то утрем, американкам-то, а? А ну, отец, принеси-ка там у меня мешок. Ничего, ничего, Елена, крепись. Сегодня мы тебя в родильный дом отправим. Фотограф пришлем, снимем тебя. Снимем тебя и сыновей. А карточку пошлем товарищу Сталину. А я думала. Он подвинька крайнего. И он ничего. Мешок от Кирилла Синофоновича. Чего там? Увидишь. Это вот Елена тебе, а я ребятам. Приданое. Да. И ты ж чай в этом деле замешан. Так это вот тебе, Дмитрий Петрович. Дмитрий Петрович. А тут вот 200 целковых от МТС. На, корми мать. Мы можем. Мы можем, Кирилл Синофонович. Ежели то, что понадобится государству, потому мы сознательные. Да это сознательный. А только деньги -то передай матери. А то ведь пустишь по торговой части. Ух ты! Ты уже здесь, Кирилл! Ну, Дмитрий, пеки блины, маш медом. Ну и в гости зови. Это все тебе, Елена, за подвиг твой от нашего колхоза. Живи и торжествуй во славу. Как оказалось, какие красавцы.
А ты говорил, уродцы? Не помнится. Как не помнится? Все время говорил, уродцы. Не говорила. Не говорила. Как не говорил? Все время не помнится, не говорила. В самом деле, чего ж ты, Елена? Чей это не позорище какая? Четверых иметь. А слава большая. Отъезд, Дмитрий Петрович. От меня на зубок. И вот чего, Елена. Прошу тебя. Отрежь мне одного сынка. Тише, тише. У меня дочка есть, сына возьми. Это я обучал. Нет. Сама рожала. Сама и прокормлю. Вот мы сами родители. Мы сами родители. А Никит Семенович кум. Аннушка, Егором назовем. И все со мной согласны окончательно. Артист, валяй, валяй, наяривай. Эх. Вот, Егор, весна-то, она каждую живность шевелит. Эх, эх, эх. Дмитрий! Дмитрий! Губерный солдат повел! Колхоз иду, Никита Семенович! Решился! Да не примут! Не примут, заразу такую! Не примут! Ха-ха, тебя примут, а его нет! Ну, ты, дорогая! Всю руку пёс отмотал. Постой, Дмитрий Павлович. Здорово, Никита Семенович. Здорово. Здорово, Егорка. Никита Семенович, гуляй не надо. Сына гулянь-то нет. Будет, Семен будет. А тут у меня, понимаешь, спор с Анчуркой. Чего? Она боит на нее, Егорка, похож. А я говорю, на меня, глянь. Вот. Да как же он на тебя или на Анчурку? Чего? Ведь он же это... О, нет, где ты забыл? Че? Природа она так ведь сделала. Природа-то она умнее человека. А, да. Егор, ты гляди, Никита Семенович. А? И нос прям литой, твой. А? Ну да. Егор. Ой,
Никита Семенович, когда сеять думаешь? А когда на Волге пузыри появятся? Старики ведь так баяли. Смеется над нами дураками. Вот, слышь, сошлись два дурака и таять друг от друга. Так ведь это над тобой. Не, вот это уж над тобой. Не над тобой. Леди, Пугачев тебе зачем-то? Эх, товарищи, весна-то какая идет. Весна-то, а? А, истинное словцо. Пройди на крыльцо, поговори. Хорошо. Чего ж не сеешь? Знаешь поговорку, сей в грязь, будешь князь. Стоит на он, князья не в почете. Чего ты волынешь? Сеять надо. Вот что, товарищ Пугачев. Хоть вы и районная власть, а я и вам скажу. Земля, она озорства не любит. Я вот вечер был в поле, отгреб пахоту-то, пощупал, а она, материнская земля, еще студена. А ты ее сей, а не щупай. Что она? Девка, что ли? Всех задерживаешь и план срываешь. Да мне планы не на бумаге нужны. Мне хлебом государство кормить надо. Я вон кому слово дал. Товарищ Сталин, и не хочу, мил человек, моего сына оставлять с клеймом. Да ведь сын-то не твой. Ну ты. Не твоего ума это дело. И давай отсюда, давай. Мы еще поговорим. Пойдем. Ты чего не сеешь? Нельзя сеять, товарищ Пугачев. Почему? Да ведь вот Никита, он не сеет, а он колдун на земле. Чего скажет, тому и быть. Я тебе говорю, сей. Сегодня сей. Давай, сей. Навредили тут. А уж вот этому не верю. И в башку не лезет. Не было еще такой подлости на земле. Фу. Кур перетравить. Так все равно, что в хлеб плюнуть. А вот чума может. Видел я ее на Кавказе. В один лет день 20 000 унесла. Подойди к Захару Вавиловичу. Вон какие дела, Захар Вавилович. Хорошо, что я еще сеем выиграл. Семена в грязи не потопил. Хлеб будет, куры будут. Хлеб будет? Ну что ты, как ошпаренный? В район еду. Семена наши пропали. В амбаре клещом семена заразили. Что?
всех кур придется сжечь. А то зараза по всему району пойдет. Меня гложет. Слыхал? Семена в амбаре потравили. И вон кур тоже. А тебе чего чужая болячка? Я мужику, чей бы хлеб не пропал, тоска меня гложет. Иди к нам. А ты пожалел бы меня хоть маленько, кум. А чего плачешь, дурак? Ты не дурак. Пол от меня. Ему-то радость нужно в миру искать. Радость все ищет. Он твою радость под ноготь. Он она радость. Небось, каждую курочку мужик выел. А не газетчики эти. Вот и дурак. Клопов надо душить не так, так это. А он жалко, хлеб пропал. Ты вот что запомни, за язык-то бывало на кол сажали. Сам знаю, не маленькой. А ну-ка, идем-ка. Идем. А сына зачем взял? Для прикрышки. Пусть чай скажет Никита на 100% коммунист с мозгой. Вот я им и состряпал с семенами-то. Чего? Ну ты насчет семян-то зря. Чужую честь не отбивай. Идем-ка, идем к Плакущеву. Стой. Так он вроде как помирал. Плакущев-то. Нарочно помирал. Нарочно жрать перестал. Вот пес хитрющий. Идем, идем. Ни огнем, ни кровью, Никита, нас не зальют. Мы сила. Соберемся, плюнем, и в раз море образуется. И ты действуй, Никита. Благословляю. Только одно помни. Одна веревка припасена на нашей шее. Иди. Иди. У нас в районе Пугачев сидит. Да и повыше районщика есть. Thank you.
вот, земля. И опять я пришел к тебе. Сердцем я горю, земля. Видишь? Глянет суды всякой и скажет, кто тебя, земля, укутал в ласку свою? Никита Гурьянов. Радость это? Радость. Ну что делать? Земля! Семена попортили. Ведь это все равно, что взять мого Егорку, да и прирезать. Так каким же судом судить того, кто на горло радости? Каким? Ну, отвечай, земля. Епиха! Епиха! Это ты, сволочь? Путешественник. Чего уставился? Чего? Я тебе навоз простил. Я тебе лошадей из бригады давал. Я за тебя руку в колхозе подымал. Я тебя в сердце носил. А ты? Какой ты колхозник? Я же у тебя был, осели спрашивал. Ты мне чего сказал? Когда пузыри на Волге пойдут? Из-за тебя я семена попортил. Ты их попортил. Не я, ты. И курей ты в костер побросал. Вот тебя прибить, пришибить, да и тьфу, ногой. Контрсволочь. Подкосил ты меня, Епиха. И веры у меня в человека нет ни капли. Стой! Стой! Куда тебя черт понес? Иди назад! Ну, чего смотришь? Невеста, что ли? Ну, идем домой. Рыжий черт. Идем домой. Вижу, Епиха, у тебя душа лучше моей. И вот тебе моя тайна. Ты знаешь, кто семена перепортил? Нет. Плакущев. Да ну. Ты знаешь, кто на Курчуму пустил? Пугачев. Да что ты? Филат Гусев, мой бывший кум. Ну, говори, говори, Никита. Аннушка, глянь-ка, во, сейчас повезут их гадов. А Курту нет. Ну ничего, чего? Ты поешь-ка вот яблочко. Моченого я тебе достал тут. Ешь и на село пойдем. С какими глазами, Никит? Аннушка. Аннушка. Тише, 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 тише. Пошли. Пошли, 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 пошли.
Силы не выколотишь. Я вон какой теперь стал. Всеми перстами в землю вошел. Да от чего? От того, что ровня всем стал. Епихи ровня. Кириллу племешил ровня. Михаил Ивановичу Калинину ровня. Гляди, колдует. Никита Семенович! Ты чего это там ворожишь? А теперь ворожи, не ворожи, и так видно. Племя! А сколько, по-твоему, даст? А? Ну что ж, пудиков 200. Нет, ты отвечаешь, как бывало я, советская власть. Все 300 будут! Да ну, а я и не знал. Так и скажу, Иосиф Виссарионович. Вот, мол, какие труды наши окрыленные. Мы теперь в небо взвелись. Как и аэропланты. Да. Вот и лето отошло, сердце.
богатырь идет. На весь Союз стал знаменит, а напился? А, все же на месте. Пригнан на досках, доске. Видишь, а, о, грехунцы какие. Ну, чего вам надо? А? Ничего им не надо. Во, я им песню спою, свою. Здорово, брат служивый, куришь ли табачок? Трубочка на диво, дай курнем разок. Трубочка на диво, дай курнем. Ох, и жарко. Ой. Пашенька, давай, Пашенька, ты первая. Пашенька, Пашенька, Стеша, часто я вижу себя маленьким. Вместе с дядей Никитой корчуем пни. Вон там, на гнилом болоте. Никита мечтает развести тут огород, чтобы потом целкаши пригоршнями собирать. Дикая затея. На Никиту уже страшно смотреть. Он весь вытянулся, и про него стали говорить. Вон, у Никиты-то живот прирос к спине. И про меня тоже. Ну, говорят, Кирюшка вырастет. Тоже такой же будет, вроде Никиты. У него амбар с пшеницей был. А ел он черный хлеб. Пшеницу берег для базара. Овец имел, а ни одной овцы за всю жизнь не заколол. Так вот и жил. Да разве жил? Стеша, а знаешь, за что я тебя полюбил? Давно полюбил. Азиат прет. Что же будем делать, Кирилл? Да, хлеб пропадет. Сушь-то, а?
что ж делать-то, а? Из Волги бы воды взять и с аэропланов. Вон где озорник. С ним бы сцепиться. Закрывай. Юбки вон у баб отобрать, полок устроить и над полем его развесить, а? Постой. Не идешь. Это. Государство у нас большое. Помогут ежлить его. Да ты баба, али кто? Ведь не хлеб горит. Я горю. Шатун, как в пекле. Ну так вот пишу. Что, не спится, Никита Семенович? Епиха. Чего? Есть у меня одна думка. Ну-ну. Ты знаешь, что наши старики рассказывают про Миколину гору? Ну чего? Будто там бездонное озеро было. Да ну дуровину они порят. Ты постой. Может, они верно говорят. Так ведь там-то теперь озера нету. Ручьи там. Ну? Ключи бегут. Может, то озеро-то земля нутро затянула. А ведь и прям. Епиха, слухай. Ну-ну. Что, ежели эту гору попробовать взорвать всем народом? Да, а воду на поля. Верно. Иосиф Виссарионович, прощаясь со мной в Кремле, вы сказали, не забывайте нас, если надо, пишите. Дело срочное. Решили мы прорубать гору. И вот, значит, обращаемся к вам и просим вас. Мы ее поговорили. Пошли. Семенович, Захар Владимирович, здесь же. Дозвольте бить в колокола. Исход один. Николину гору прорубать надо. Всем народ. Вот. Осилим? Осилим. Знаешь, какая сила в народе таит? Начинать надо, Кирилл. Ну? Ну, племяк! Нам чем-нибудь рвануть! Вроде как на Днепрострове. Вот и мы об этом Сталину пишем. Читайте. Пойдет. Дмитрий, народ он все могил. Пойдет.
Фары горят. А, гасить надо. Надломим хребты. Надломим. Надломим хребты. Что умеете? А? Отмотал. Все. Отмотал. Не двинуть, не повернуть. Ничего, ничего, Митя. Летит Москва! Летит! Yeah!
Принес вам поклон от самого Сталина. Ура! Мы за труды твои, Никита Семенович, наделяем тебя и вас всех по 900 пудов каждому, а кроме всего прочего. 900 пудов. Ну-ка, дай синката. Ну-ка, Егорушка, иди сюда. Да, чистосердечное зерно. Чего ты там колдуешь-то, Никита? Чего это полез зерно-то? Да не томи людей-то, Никита. Ну что, Никита, припрячет зерно. Дядюшка. Никит Семёнович. Никит Семёнович. Никит Семёнович. Пшеничку в амбаре берег, а сам ржанину ел. Вот, Кирилл Ксенофонович, знай, я верил в одно свой карман. Думаю, в этом и есть вся сила. А теперь вера переменилась, и любовь в обратную сторону направилась. Чую, принадлежу я государству. Вот это отметина. Это самая великая отметина. С этой отметиной нельзя раком пятиться. Надо идти вперед. А идти вперед, это значит народу верить. И я верю. И команда моя с Аннушкой такая, и Егорка с этим согласен. Сыпь, ребята, хлеб обратно в амбар. Понадобится, бери. Закладай фундамент новой жизни. Для Егорки моего, вот для всех Егора. Егорка-то! Люди пошел!